Все эксперты солидарны. Ситуация может еще выправиться. День Х, 18 марта, когда назначена еще одна встреча России с участниками ОПЕК+. Если все завершится успешно, то рынок еще может вернуться к стабильному состоянию. Впрочем, сегодняшняя ситуация может нести и еще один смысл, что организация стран-экспортеров нефти близка к своему распаду. Такое мнение высказал казахстанский экономист Арман Байганов. Он отметил, что ОПЕК+, уже не в состоянии регулировать мировые котировки. По словам эксперта, ценовая война может продолжаться до тех пор, пока большая часть нефтедобывающих компаний не обанкротится. А это, в свою очередь, приведет к дефициту черного золота на рынке и к новому взлету цен. Это можно даже отметить, что это, возможно, даже начало конца будущего самой организации ОПЕК. Сейчас пойдет принцип домино. Сейчас в данной ситуации выживут сильнейшие нефтяные компании. Каждый будет стараться максимально добывать. Тот же, возможно, Саудовская, Ирак начнет максимально добычу.